Дезертир и сайт videogameplay.ru представляют. Так, всем привет, мои друзья. Я снова с вами, и это снова Warhammer Dawn of War. Мы убили в прошлой части Изидора. И на самом деле я считаю, что это было правильно. Планета Тартарус опустошена. Население частью убежало, частью было уничтожено орками. Города разрушены и сожжены. Сама земля отравлена кровью чужаков, предателей и еретиков. Ничего не осталось. Ничего, кроме нечестивых язычников и прославленного космодесанта, который уничтожит всю ересь. В этом проклятом крае, в этот черный день, мы как один встанем на пути врагов Императора. И они узнают, что даже в этих оскверненных адских скалах мы не потерпим присутствия адаптов хаоса. Ни сейчас, никогда. Тотальная война. Похоже, все эти боевые действия притягивают варп-шторм, ускоряя его прибытие. У нас осталось мало времени. Уверен, что Синдри уже освободил демона. Тогда все понятно. Мы должны его уничтожить. И пусть наше оружие слабо, этот демон не найдет подобной слабости в наших сердцах. Я знаю, я верю в вас, командор. Вот, возьмите это. Что это? Молот демоноборца. Тот, что убивает богов. Мы хотели им уничтожить демона, пока тот был заключен в камне. Мы были бы глупцами, если бы не имели с собой средства осуществления наших целей. Вы доверяете этот молот мне? Я не могу представить никого, кроме тебя, способного сразить демона этим молотом. Назови это предчувствием. Но я уверен, что именно ты должен завершить эту битву, а не я. Ты думаешь о предателе, Изидоре? Я поступил таким же образом со столькими людьми, сколько ты не можешь себе даже представить, капитан. Поверь мне, ты не несешь ответственности за ошибки других. Истинное доказательство веры — это умение освободить заблудшие души от яда хаоса. Эльдары, они в отчаянии, коли решились идти в битву столь жалкими силами. Время пришло. Готовь свой дух к битве. Для тебя она будет 100 крат тяжелее, чем для остальных. Ну же! Давай! Еще чуть-чуть! Да! Он пришел! Ты не знаешь, что я... Подождем! Ну что ж, как вы понимаете, это будет самая сложная битва из тех, что я у нас были. Демон Синдри стал практически непобедимым благодаря силе Маледиктума. Но мы все равно одержим победу. Эти отвратительные создания — ничто перед чистотой наших сердец и слова Императора. Вот так вот. Хотя, стойте, у меня предел войск. Я служу даже в смерти! Направьте нас на врага. Вообще, давайте улучшим. Сейчас. Будьте бдительны. И поставим ребятам вот так. Отступить и перегруппироваться. Да, он великолепный. Так. Я лишь орудие его воли. Выдвигаюсь. О, смотрите-ка, у нас много ребят-то. Так, погляжу. Оба-на. Ну, тут уже убили часть. Я вновь готов служить. Выдвигаемся! Собственно, мы пойдем убивать их. Я вновь готов служить! В ближнем бою он наносит урон. Я лишь оружие его воли! Так что все отлично. Так, здесь пока все окей. Давайте увеличим добычу. Точки сбора! Улучшим все, что можно на данный момент улучшить. Процесс строительства начал. Добычу.
Будьте бдительны! Пустим на захват еще одной точки. Обнаружена стратегическая позиция. Что-то там швыряется. Так, отлично. Наши союзники наступают на врага. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Обратно в бой! Это очень хорошо. Бездельье плодит ересь. Оба-на, у меня тут один отряд кое-как выжил. Приказ понят, брат. Точнее, всего один человечек из отряда. Приказывай! Ожидаю приказаний. Видишь, мама. Что вам угодно. По славу империи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Отступаем. Есть. Ребятки. Бежим от противника. Приказ принят. Приказ принят. Слишком силен для нас. Бойтесь нашего гнева. Есть. Будьте бдительны. Уже всеми враги вот этими силами сражаемся. В вашем распоряжении. Будьте бдительны. Что угодно. Так, отступайте, ребят. Оружие к бою готово. С определенной хотя бы... Я лишь оружие его воли. Безделье плодит ересь. Есть. Объявляем атаку. Выдвигаемся. Мы готовы к испытаниям. Так, надо постараться не терять зря юнитов. Нас расстреливают. Заметьте, повторюсь, в вашем распоряжении. Стараться не терять, но это не значит, что я их не буду терять. Так. Что нам теперь надо сделать? Совершенствовать раз. Мы готовы к испытаниям. Будьте бдительны, братья. Безделье плодит ересь. Лучше умереть за императора, чем безделье жить ради себя. Безделье плодит ересь. Приказ понят, брат. Враги империи будут уничтожены. Выдвигаемся. Бойтесь нашего гнева. Это хорошо. Все равно нам будет довольно сложно. Ты ничто. Давайте потихоньку подведем свои юниты. На врага. Я готов! Сегодня враг познает смысл ты слова. Ты ничто! Инквизиция все! Я вновь готов служить! Так будет намного лучше. Что я должен сделать? Так. Как я уже говорил, с добычей у меня довольно большие сейчас проблемы. Местность защищена! На данный момент. Да, о великолепный! Врача! Схема строительства 721 запущена. В целом все проходит неплохо. В целом. Бойтесь нашего гнева. Так, пока что стоим здесь. Да. Молодцы наши союзники. Делают просто отличные вещи. Тем не менее, они действительно идут, довольно наступают малыми силами, поэтому... В вашем распоряжении! Это сильно противостоять противнику, но вряд ли смогут. Посмотрим. Ты ничто! Инквизиция все! По этому поводу расстраиваться или огорчаться. А просто постараемся развернуться и уничтожить этот негодяев. Очень бы не хотелось потерять лишнюю точку. Да, лорд. Да, я вас не. Так, ну робот пока справляется, так что все отлично. Мы попали под плотный огонь противника. Наконец-то война. Самозарядная автоматическая пушка. Большой радиус действия, чрезвычайно эффективен против пехоты. Ну, давайте разведаем. Лучше, чтобы я у нас готов. Было дополнительное оружие, нежели наоборот. Я готов! Так. Черт, все равно не хватает денег. Приказ принят. Да, о великолепный. Так, ладно, как пожелаете. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Да. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Ты ничто, инквизиция, все.
Короче, пробуем пока что. Ты ничто, инквизиция, все. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Так, пока все на данный момент хорошо. Да, лорд. Так, постараемся построить еще один наблюдательный пункт. Для этого мне нужно захватить его. Вперед к славе! Давайте это сделаем. Приказ принят. Бойтесь нашего гнева. Наши союзники тут тоже пытаются бить противника. Вперед, наступая на него. Задание выполнено. В атаку, врача! Конечно, в принципе, заниматься надо примерно одним и тем же. Приготовиться к атаке! Приказ принят. Ты ничто, инквизиция, все! Враги империи будут уничтожены! Так, убивайте, да. Быстрее, давайте, ну! Готов начать расследование! Враги империи будут уничтожены. Я готов. Так, это надолго, на самом деле, без гранатометов. Мне в идеале нужен еще хотя бы один отряд. Я здесь для того, чтобы служить. Плюс построить, как я уже как говорил. Как скажете. Здесь. Хвала императору. Будет вообще супер. Да, я готов. Приказ понят. Чертовы уроды. Взвод прибыл в ваше расположение. Ты ничто, инквизиция, все. Так, там взвод прибыл, да? Ага. Безделье плодит ересь. Отлично. Надо в идеале вот эту вот фигню создать. Вера вечна. Наконец-то война. Так. Приказывай! Во славу ордена! Тихонько наступать на них. Я жду вашего приказа. Скажем так, зачистить, чтобы. Ты ничто! Не ждать потом оттуда нападения. Тем более, что с добычей у нас пока все более-менее в порядке. Мы избраны императором! Я лишь орудие его воли. По моему слову, в атаку. Я служу даже в смерти. Так, отлично. Наконец-то война. Вполне себе хорошо у нас. Захватим. Я вновь готов служить. Я надеюсь, что нам не придется ждать оттуда готов атаки лишний раз. Готов начать расследование. Ну, там будет ближе видно к делу. Все под контролем. Чем ближе к делу, тем виднее. Так. Стоп, а где у нас? Ага, вот он. Да, лорд, моя цель служение. Вот он, негодник. Пусть чай строит. Как можно быстрее. Ага. Ну, так как здесь, я еще раз повторюсь, острова, то нападать я на нас могут только с определенных точек. Да, императора! Это очень хорошо. То есть, если я, допустим, захвачу одну за другой там точки, то нас не смогут уже оттуда нападать. Направьте нас на врага! Ребятки, очистись, давайте идите сюда. Играть, я надеюсь, что вот наконец-то война. Это в кавычках армия справится. Да, отлично. Вот, теперь мы будем сейчас развивать храмину. Как только так сразу. Готов начать расследование. Враг атакует! Бойтесь нашего гнева! Хвала императору!
По моему слову, в атаку! Безделье плодит ересь! Отлично. Вера наш щит. Да. Давайте наступать, психолог. Очистить, изгнать, уничтожить. Проверяем все углы на всякий случай. Слабе. Приготовиться к атаке. Приказ принят. Наступаем. Приказ принят. Приготовиться к атаке. Потому что самые большие проблемы, насколько приказ я понимаю, нас ждут в центре. А тогда используем 23-е построение. Приготовиться к атаке! Отлично, что мы пока паркуем. Изгнать! Уничтожить! Есть! Бойтесь нашего гнева! Приготовиться к атаке! Приказ принят! Еще раз повторюсь, как бы, да, то, что надо постараться обезопасить себя как только можно. Все-таки... Я жду вашего приказа. В некотором смысле на поле боя находимся. Подчиняюсь. Мы избраны императором. Это немножко не тот отряд, который здесь нужен. Чё? Что благо появлению этой пушки мы сейчас справимся. В вашем распоряжении. А в целом получилось... Печально то, что наш отряд так безделье плодит ересь. Поломали в каком-то смысле. Наконец-то война! Да, о великолепный. Отлично. Так, устанавливаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я служу даже в смерти. Ой-ой. Понял. Служу человечеству. Мы попали под плотный огонь противника. Я вновь готов служить. Моя рука не дрогнет. Это проблематично. А что они там делали? Непонятно. Мы их убьем. Воистину, еще один прекрасный день в истории империи. За императора! Ваше расположение! За землю! Наконец-то война! Так. Ты ничто, инквизиция, все! Продолжаем. Очистить, изгнать, уничтожить. Мы попали под плотный огонь противника. Безделье плодит ересь. А здесь, соответственно, продолжаем удержание. Я готов. Приказ принят. Будьте бдительны, братья. Так. Пока нормально все. Пока все хорошо. Будьте бдительны, братья! Объявляем атаку! Но основная база у них все-таки в центре. Это хреново. Приказ понят, брат. Будьте бдительны, братья! Задача убить принца. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. У меня почему-то такое ощущение, что... В вашем распоряжении. Безделье плодит ересь. Упс. Не то. Так, давайте-ка попробуем... Приготовиться к атаке! Нас расстреливают! Приготовиться к атаке! Попробуем спасти. Я служу даже в смерти! Во славу императора! Без страха! Во славу императора! Приказ принят. Я поведу вас в битву. Вот прибыл в ваше расположение. Конечно, уже не спасем, скорее всего. Я служу даже в смерти. Космодесант, вперед! Да, мы их уже, скорее всего, не спасем. Мы попали под плотный огонь. А жаль! Мы избраны императором. Очень-очень жаль. Взвод прибыл в ваше расположение. Отлично. Я готов. Приказ понят. Так, вот я думал, здесь вот база есть первая. Отобойтесь нашего гнева.
Да, потому что, видите, этот еретик пошел там, скорее всего, на нем база стоит. Оружие к бою готово! Оружие к бою готово! Тем более, это такое довольно просторное место. Будьте бдительны, братья! Приготовиться к атаке! Я был прав. Оружие но я удивлен, что готово. Они ничего не строят, в принципе. Да, лорд. Ты строй храм как можно быстрее. Сегодня враг познает смысл слова страх. У моих союзников, собственно, ваше желание. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Вот прибыл ваше расположение. Их, как говорится, конечно, пытался спасти, но... Вы сами видели. Я просто не служу даже в смерти. Сегодня враг познает смысл слова страх. Вера вечна. Будьте бдительны. Да, мой командир. Вперед, моя славе. Вера защищена. Вера вечна. Ко мне, братья. Я уничтожаю нечисть. Не будет мира до тех пор, пока враги императора... Я служу даже в смерти! ...воздух своим дыханием. Я служу даже в смерти! Враги империи будут уничтожены! Так, куда это наконец-то будет? Давай, война! Сложно. Отомстим за Ильдаров! Выдвигаемся! Атакуем согласно приказу! Говорится, несмотря на то, что я не люблю Ильдаров... Приготовиться к атаке! Не имею ничего против них, когда они за меня расследуют. Объявляем атаку. Во славу врача. Империи! Врача! Враги империи будут уничтожены. Направьте нас на врага. Так. Моя вера защитит меня. Я служу даже в смерти. Я уничтожаю нечисть. Сегодня враг познает смысл слова страх. А ты строй. Я жду вашего приказа. Улучшение. Улучшение. Подготовим это все дело. Сегодня враг познает смысл слова страх. Печально, что они все-таки. Печально, что они все-таки убили. Но тут уж ничего не поделаешь. Наконец-то война! Приказаний. Лучше умереть за императора, чем жить ради себя. В вашем распоряжении. Ну тут все предсказуемо, более или менее. Так, здесь база зачищена. Будьте бдительны, братья. Отсюда уже. Будьте бдительны, братья. В принципе, никакой атаки ждать не следует. По идее. Здесь просто-напросто все хорошо. 400. Черт, не хватает. Я здесь для того, чтобы служить. Захват удался. Все под контролем. Вера вечна. Вера вечна. Приказ понят, брат. Оружие к бою готово. Так, ну что я могу сказать? По славу империи. Сейчас мы зачистим еще вот эту точку. Будет все вообще супер. Кстати, на всякий случай, я думаю, все-таки... Будьте бдительны. Приказ оставить принят. Вот здесь вот. Приказ понят, даже вот здесь, вот, на центре прямо оставлю. Приказывай. Есть! Еще одну точку. Приказ понят, брат. С отрядом. Вперед к славе! Бойтесь нашего гнева! Приказ понят, брат. Вообще, ребята, разбираются. Вперед к славе! Так, а вот этот будет мой отряд, которым я буду все время бегать. Это будет мой второй отряд, которым будьте я буду все время бегать. Будьте бдительны, братья! Приготовиться к атаке! Главное не перепутать. Бойтесь нашего гнева! Вперед к славе! Начинаем наступление, как выдвигаемся! Вперед к славе! Приказ понят, брат. Приготовиться к атаке! Бойтесь нашего гнева! Бойтесь нашего гнева! Будьте бдительны, братья! Со всеми.
врагами, так сказать. Приказу. Страх повергает веру. Вот, но благодаря вот этому посту я вполне себе неплохо справляюсь. Ты ничто, инквизиция, все. Так, отсюда никто не придет, так что в принципе. Да, мой командир. И в принципе готов можно добавить четвертый отряд. Зачистить, изгнать, уничтожить. Начать атаку. Объявляем атаку. Так. Вера вечна. Будьте вы, ребятушки, бдительны, братья. Ребятушки, ребятушки. Надвигаются! Есть! Вот значит вы как. У меня почему-то такое ощущение, того, что они не справятся. Так, ты ничто, инквизиция, все! Нападаем на следующее есть, место. Есть! Оружие к бою готово! Так, здесь тоже будьте все осторожны, круто. Братья! Круче, лучше умереть за императора, чем жить ради себя! Нападаем. Атаку! Что вам угодно? Атакуем противника! Да, лорд. А, нет, смотрите-ка, справилась. Враг атакует! Справилась моя башенька. Что я башенька должен сделать? Башенька справилась. Это атакует хорошо. Атакует противника! Мы попали под плотом противника! Стараемся уничтожить еще одно здание. Все же я не понимаю, где. Аж, так сказать, противника. Главный противник. Вперед, слабе! Типа, пройдем. Воу-воу-воу-воу-воу! А вот он, собственно говоря, на самом деле. Атакуем противника! Вера вечна! Так, я думаю, у меня довольно большие проблемы. Императора! Будьте бдительны! Если этот отряд сейчас не отойдет, я его потеряю. Атакуем противника! Мне нужно, чтобы он начал воевать с моим основным. Вот все, он начал воевать, отлично. Начинаем тактическое отступление именем. Что угодно! Что угодно. Ваше распоряжение. Перегруппировывается на приказание. В вашем распоряжении. Объявляем атаку. На мой командир. Точки сбора. В вашем распоряжении. Вот прибыл в ваше расположение. Почему мне кажется, что навряд ли его завалю? Ты ничто. Ну, давайте попробуем прорваться. Я все. Атакуем противника. Попробуем прорваться. Ну что, по-моему, лечится за счет уничтожения своих же юнитов. Мы готовы к испытанию. Насколько мне не изменяет память. Нас не остановить, да, мой командир. Вашем распоряжении. Вера в нас разбит. Напрасно нас намекают. Наша вера поддерживает нас. Так. Вера разбит. Враг атакует. Наша вера приказывает. Как я уже и сказал, навряд ли. Дженерал, к вашим услугам. Да. Ты ничто, инквизиция! Перегруппироваться! Безделье плодит ересь! Джиггернаут готов служить императору! Так, стоп, а где у меня...
Флот прибыл в ваше расположение. Еще один прекрасный день в истории Империи. Перегруппированный флот разбит. Безделье плодит ересь. Приказ понял, брат. Вера наш щит. Очистить! Изгнать! Уничтожить! Флот прибыл в ваше расположение. Но это слив. Вера наш щит! Вы попали под плотный огонь противника. Безделье плодит ересь. Потому что у меня 15 тысяч жизней. Не будет мира до тех пор, пока враги императора отравляют воздух своим дыханием. Взвод прибыл в ваше расположение. Ожидаю приказаний. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Обратно в бой. Будьте осторожны, братья. Враг близко. Что я должен сделать? У нас еще живой отряд. Удивительно. Готов начать расследование. Причем вот эти ребята так и не пришли к нему на помощь. Оружие к бою готово. Нас не остановить. Приказ понят. Проступи. Есть и перегруппировка. Мы готовы к испытаниям. Враг атакует. Во имя императора. Безделье плодит ересь. Что я должен сделать? Нас не остановить. Так. Страх повергает веру. Четыре. Раз, раз, раз. Сюда. В атаку. Бегом. Джиггернаут танк готов служить императору. Туда. Куда-нибудь. Ты ничто, инквизиция. Все. Да, мой командир. Во имя императора. Тот, кто воюет со мной плечом к плечу, мой брат. Воистину, еще один прекрасный день в истории Империи. Джиггернаут, к вашим услугам. Более, мать его, или Джиггернаут менее. Готов служить императору. Взвод разбит. Я отдаю приказы именем императора. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут, к вашим услугам. Опять полез на моего главного героя, негодник. Чужак, мутант, еретик, тот, кто воюет со мной плечом к плечу. В этот раз он. Джиггернаут, к вашим услугам. Джиггернаут готов служить императору. Боевой дух взвода восстановлен. По крайней мере, я на это надеюсь. Да, лорд. Джиггернаут доставлен. Моя вера защитит меня. О, новый Джиггернаут, отлично. Я поведу вас. Джиггернаут готов служить императору. Ты что? Инквизиция, все! Есть! По славу Империи! Давайте-ка мы уничтожим все-таки. Я верю в то, что мы можем это сделать. Ты ничто, инквизиция, все. Потому что убить принца демона — это единственное, что мы должны сделать. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут готов служить императору. Так, на троечку. Джиггернаут, к вашим услугам. Пофигу, как говорится, что большая часть людей погибает, к сожалению, это... Джиггернаут готов служить императору. Джиггернаут, к вашим услугам. Джиггернаут, к вашим услугам. Да! Мы победили его! Наша вера поддерживает нас.
Джаггернаут, к вашим услугам. Оружие к бою готово. Да, всем спасибо за просмотр. С вами был Дезертир. Всем пока и удачи. Человек, не трогай камень. Ты погубишь всех нас. Не обращай на нее внимания, капитан. Уничтожь камень до того, как он уничтожит все живое. Вы не знаете, что делаете. Нельзя разрушать камень. Эльдары, убейте этих людей. Нет. Глупец. Ты обрек нас на верную смерть. Прекрасная работа, командор. Торопитесь, братья, пора покинуть эту негостеприимную планету. И, наконец-то, я свободен. Благодарю тебя за оказанную услугу. Покажись, демон. Не сейчас, но скоро. Пока иди и распространяй по всей галактике весть о моем возвращении. Я не твой раб, мерзкое отродье. Разве? Но ведь именно ты освободил меня. Нет, я уничтожил камень. Да, это так. И сделай ты это на мгновение раньше. Я, скорее всего, был бы уничтожен. Но твоя жертва сильно ускорила мое освобождение. Жертва? Какая жертва? Вся эта планета была превращена в алтарь. Принесена в жертву кровавому богу Хорну. Синдри организовал вторжение орков, прекрасно зная, что космодесант придет искоренить эту угрозу. Каждая смерть разрушала мою клетку. И должен отметить, ты оказался самым усердным исполнителем. Изидор, Бал и, наконец, Синдри, без их гибели я не смог бы вырваться на волю. Я благодарен тебе, и поэтому я сохраняю тебе жизнь. Пока, во всяком случае. Теперь беги и помни, что скоро все ваши души станут моими. Ты не получишь их. Тебя ждет суровый суд и жестокая битва. Смерть станет заменой твоему заключению. Ты обречен. Я уничтожу тебя.